не знаем, какое время суток сейчас у вас там, но на турбазе Алсма день. По-русски говоря, происходит что-то невероятное. Заходим, заходим, не боимся, ближе. Этот глобус не на скорость. Я повторяю, не на скорость. Не на скорость. Так вот, вот так, плотненько, плотненько, вот так вот, да. Чтобы не было щелей. Вот это... Детей, видимо, упаковывают, чтобы отправить Алиэкспрессом кому-то в подарок на Новый год. Выиграет тот, кто первым съедает лимон. Невероятной силы человек. Невероятный человек во всем это. Скажи, как тебе это удалось? Как? Что? А вот и проигравший. В каждой игре есть победитель и проигравший. Костя. То есть, представь себе. Костя. Неожиданно. Никита. Это ты? Да. Это он. Знаю, у меня второе место. У того, у кого первое место, он старше меня, больше меня, сильнее меня и у него рот больше, чем меня. Трансит это Кэт, через Е, значит Кет. Это Михаил Крутунов, Миша, за что? За что? Но я не придумал шутку, извините. Посмотрите на него. Да, квест он придумал, а шутку он не придумал. Как можно было выиграть в этой невыигрышной игре? Включить свои мозги. Накрутка это плохо, не накручивайте, дети. Ананас, так. Лера Линолеум, ага. Марк Марко, так. Андрей Арамзамзам, Ваня... Яблоко. Коля Картофель. Мангушек. Проанализируй себя, с кем ты сегодня дружишь, с кем ты общаешься, уделяешь ли ты время вот этим неизвестным, в своей школе, в твоих соседях, в твоем дворе, кто у тебя живет, вот эти, которые, да, они курят сигареты, матерятся, да, они, может быть, плохо себя ведут, но послушай, Иисус пришел для таких людей, аминь. Сегодня Он тебя спас для того, чтобы ты говорил таким людям о Нем, аминь. Слушайте, вот я вам даю совет, как обрести лучшего друга. Хотите? Просто найди такого человека, даже можешь на этом крепе, с кем никто не общается. Или, может быть, у кого мало друзей, или кто один постоянно. Найди такого человека. Начни с ним дружить. Скажи, я хочу с тобой дружить. Вот никого нет, а я буду с тобой. Знаешь, что будет? Это будет самая крепкая дружба в твоей жизни. Музыку можно нормальную, а не вот эту вот. Закончили, какой ноте? На какой ноте, я тебя спрашиваю? We'll be right back.